Буря эмоций, драйв, адреналин – все это было на Кубке Республики Беларусь, который проходил на новой трассе под Минском с 5 по 7 ноября 2020 года. Борьба за первые места на этот раз была особенно напряженной. В буквальном смысле сражались за доли секунды. Среди тех, кто отважно отстаивал право быть первым, 16-летняя брещанка Александра Гущик, воспитанница Брестского городского физкультурно-спортивного клуба «Альянс». С картингом девушка знакома с 5 лет и до сих пор питает страсть к этому виду спорта. Все началось с самого раннего детства, когда я со своим папой приехала, наверное, в лет 5 покататься сюда на прокатных картингах. Но я так понимаю, мне это очень понравилось, и мы стали все чаще и чаще приезжать. Я уже ездила у папы на коленках. Потом я стала уже доставать до руля. Я сидела также на коленках у него и крутила руль. А потом уже с возрастом я дотягивалась до педалей. Конечно, не очень мне хорошо получалось, но с возрастом, чем старше я становилась, тем лучше мне стало получаться, и потом мы знали, что здесь есть секция, и решили, почему бы не попробовать, и записались. Для девушки это было знаковым событием, ведь уже более 10 лет она не боится скорости и пробует новые трассы. Участие в соревнованиях такого масштаба для Александры не ново, но победа в нем знаковое событие. Показать достойный результат на незнакомой трассе было непросто, но девушка справилась с этой задачей. Трасса совсем новая, ее открыли где-то, наверное, в начале этого года, летом. Вот. Если сравнивать конфигурацию новой трассы с трассой в Бресте, которая здесь, с трассой старой, которая в Минске, она абсолютно отличается. Это более скоростная трасса, там нет тупиковых поворотов. То есть там все, мы проходим на полном газу, мы там не тормозим. В принципе, и физически, и морально нужно очень быстро реагировать. Любая ошибка – это огромная потеря времени и потеря позиции. То, что нельзя показать на обычных автодорогах, вполне уместно на соревнованиях. Правда, без помощи и постоянной поддержки здесь не обойтись. Подставить плечо и вовремя направить спортсмена на соревнованиях – задача тренера-механика Виталия Лысковича. Только слаженная работа в команде могла помочь добиться положительного результата. Мы занимались, мы готовились именно конкретно к Кубку Республики. Обслуживал я, помогал именно в техническом плане, готовил ее машину полностью, все настройки мы работали, именно подстраивались под конкурентов, анализировали соперников. Очень важно понимать, с кем ты борешься, оценивать слабые и сильные стороны и все-таки угадать, то есть с настройкой доля везения тут тоже присутствует. Впереди у Александры новые соревнования и победы, а значит, мы не раз еще услышим о воспитаннице Брестского городского физкультурно-спортивного клуба «Альянс». Ирина Кузьмич, Дарья Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».